Во Владивостоке прошла встреча с представителями сборных команд города, которые примут участие в первых международных молодежных студенческих летних играх «Молодость Приморья» с 21 по 26 июля. Это продолжение наших прекрасных традиций, которые были заложены Олегом Николаевичем Кожемяко, когда мы провели здесь, в Владивостоке, впервые «Дети Азии», где школьники смогли точно так же показать свои спортивные навыки и посостязаться со своими сверстниками, в том числе из других стран и из других муниципалитетов Приморского края. Это все продолжилось проведением уже дважды у нас здесь, в Владивостоке и в Приморском крае, игр «Дети Приморья», которые тоже были международными, являлись широкое представительство среди совершенно разных муниципалитетов, совершенно разных государств. И получили, на мой взгляд, очень хорошую оценку. И наши спортсмены прекрасно выступали в них. И вот новое продолжение. В год, когда Владивосток носит гордый статус столицы молодежной в нашей стране. На встрече ребятам вручили именные флаги с символикой молодежной столицы и предстоящих игр «Молодость Приморья». Здесь. Сейчас именно команды города Владивостока, наших родных любимых вузов. И мы, конечно же, надеемся, что на пьедестале будут стоять именно они. Поэтому сегодня им будут вручены флаги, флаги молодежной столицы с логотипами их вузов. То есть для того, чтобы когда команда занимает первое, либо второе, третье место, но очень бы хотелось, чтобы, конечно же, только первые места, эти команды ассоциировались с нашим любимым родным городом. В ходе соревнований разыграют 383 медали в 12 видах спорта. Лично для меня, наверное, будут самыми увлекательными. Это, конечно же, игровые, это бадминтон, волейбол пляжный, баскетбол, настольный теннис, футбол, ну и, конечно же, без легкой атлетики плавание не обошлось. Но и два уникальных для таких игр вида спорта – это фиджитал баскетбол, то есть это молодежная среда, и тут-то как раз-то город Владивосток попробует себя в новом направлении и как организаторы, и как участники игр, и будет гребля индор, то есть когда мы будем грести не в нашей акватории, а непосредственно в спортивных залах на тренажерах. Приморский край представят студенты 4 вузов города. Соревнования пройдут на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Готовимся мы усердно, стараемся использовать по максимуму возможности нашей инфраструктуры при подготовке спортсменов. Тем более, что это, можно сказать, домашняя площадка, и впитываем энергию домашнего поля. В играх примут участие более 500 спортсменов из 6 стран – России, Китая, КНДР, Республики Беларусь, Индии и Узбекистана. Очень интересно, как играют в других странах люди. Прямо очень интересно. Хочется все, ну, посмотреть их уровень, показать свой максимально. Вот, и победить, конечно же. Жители Приморского края приглашают поболеть за спортсменов наших вузов на первых международных молодежных студенческих летних играх. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.